gyvenimas priekiu. Varo kartu su banda. Bėg užkariauti rytojaus ir pasidžiau šlovės valanda. Kalė ir kala į kalbas. Vienas laukia ne karys. Bet jei mastai tu ir vienas nuveiksi daugiau. Если можно, есть один серьезный, очень серьезный вопрос. У нас есть правовая система в Литве, которая называется конституционное парламентское право, да? И есть, вот ты говорила, UK, да, там есть кейс от common law, да? А можно ссылаться на common law, если здесь у нас есть правовая система? Может. Конституционная, парламентская. Есть. Но вопрос, как вы это докажете? То есть, как вы сошлетесь? Почему вы на это ссылаетесь? Какая преемственность? Вы можете на это ссылаться, что, допустим, если были... Нет. Если ты на что-то ссылаешься, тогда тебе нужно обратиться за помощью в Великобританию, например, в консульство, и сказать, нам требуется ваша защита, мы обращаемся к вам, потому что мы хотим стать вашими гражданами. Это теоретически или это практически? Это на практике. Если тебе нужна помощь кого-то защиты, и ты на что-то ссылаешься. Смотри, нет. Если ты ссылаешься, ты говоришь вот это вот. Но если ты вот это сделаешь, у тебя есть свой документ. Ты говоришь, я ссылаюсь. Но если тебе понадобится помощь, поддержка и все остальное, кому ты пойдешь дальше? К тому, кто это использует чаще всего. И ты ссылаешься на то, что нам нужна защита, потому что мы живем на этой территории, но мы хотим, чтобы у нас была защита сообразно гражданству Великобритании. Мы планируем получить гражданство. Но нам требуют, говорят, что мы сначала должны стать на учет, поставить ребенка и все остальное, а мы хотим сразу к вам. И вот мы к вам сейчас пишем, потому что мы еще не успели к вам стать на учет, уже типа обратиться, а с нас уже требуют. И пока вот появляется тогда юридическая коллизия. Вопрос-то нужно решать. Юридическая коллизия. Это типа, когда, как сказать, проволочка, когда, когда в кавычках это ошибка. То есть, когда ты не можешь выполнить полностью по причине того, что другой процесс существует. Так. Нельзя закрыть один процесс, существует другой. И в итоге получается, этот процесс запущен, и нельзя теперь другой процесс взять и просто закончить, потому что запущен процесс, который связан с этим процессом. И теперь, пока этот вопрос решается, ты спокойно говоришь, пока вопрос решается. Пока не решится, нас не трогать. Понимаешь? И ты можешь, зная это законодательство, запускать любые процессы. Тебя же никто не ограничит в том, чтобы обращаться за помощью к кому-нибудь, кому-либо. Кто-нибудь тебе рассказывал, что ты имеешь право вообще обращаться в любые государственные органы, любого государства образования Европейского Союза, любые международные эти органы и так далее. А ты имеешь право. Каждый имеет право обратиться. И существуют общие международные государственные органы, в которые можно обратиться, и даже по защите прав ребенка. Ну, они есть. Ты говоришь, не в Европейском Союзе, ну, например, UK, да, ну, а мы здесь при чем? Смотри. Все вопросы всегда решаются индивидуально. Ты сейчас придумываешь. Это знаешь как? Ты вместо того, чтобы сейчас делать, задаешь вопросы, что типа они тебе скажут нет. Не важно, что они скажут. Важно, есть у тебя цель или нету. Если у тебя есть цель, ты будешь говорить, идти и задавать вопросы. А как вы это делаете? А как это возможно? А в каком случае? А где посмотреть? А пришлите мне ссылки. А покажите. А кто у вас эксперт, а кто разбирается, а где у вас можно бесплатно или платно нанять специалиста и так далее. Но если тебе нужно, знаешь, кто хочет, тот ищет способы, кто не хочет, тот ищет причины. Этот принцип здесь работает прям 100% практически, наверное. Если ты хочешь, ты сам себе не будешь придумывать. Зачем ты придумываешь себе сам то, что тебе не надо? Отрабатывая, может... Нет, смотри, отрабатывать ты можешь тогда, когда у тебя есть опыт. И исходя из этого опыта, ты можешь принимать решения. Отрабатывать ты можешь, тратить время, когда тебе нужно, допустим, ты понимаешь, что есть какая-то ситуация, нужно ее просчитать, ты опираешься на опыт, где что было. А сейчас ты рассуждаешь с точки зрения того, что ты никогда не обращался вообще в консульство, и ты предполагаешь, как может быть, на основе того, что где-то тебе писали нет. Типа, да, это возможно, но зачем это отрабатывать, если, в принципе, тебе сейчас нужно понять, как вообще схему правильно обратиться.
как правильно написать. Я поэтому и рассказываю, чтобы правильно и эффективно обратиться, нужно взять обоснование сделать. Я здесь почему нахожусь? Почему я здесь? Потому что у меня было грамотное обоснование, зачем мне нужно находиться в Европе. Все. Почему? И почему я не могу находиться где-то в другом месте? Я предоставил документы, которые нужны для того, чтобы поставить их принятое обоснование в виде визы, и все. И, понимаешь, я спрашивал, кто специалист, кто занимается там, покажите, мне скидывали информацию, мне говорили, надо вот так, такой-то вариант. Я делаю такой вариант делаю, я не знаю, связаны они с этим, не связаны ли это, работают совместно, не знаю. Но я знаю, что если понадобится, скажу, я делал вот это. А на деле оказывается, что приходите, получайте через 10 дней. Мы вам позвоним. Приходит смс-ка, я звоню, там я тут, мне пришла смс-ка, но я тут был занят. Они говорят, да, приходите, получайте. Приходишь, получаешь, уходишь. Все. Понимаешь? А страху, жути вообще, понимаешь? Но придумывать можно. Ты не представляешь, сколько я вариантов придумал, рассматривал. И еще короткий очень вопросик тоже в тему Home Alarm, да. Не знаю, слышали или нет, есть такие вот ребята, там есть сайт у них, Home Alarm, как он называется. Есть, создали такой, да. Да. Вот он работает или не работает? Потому что юрисдикция это другая, как я говорил, у нас конституционное там это парламентское право. Смотри, я когда создавал государство, я четко расписывал и объяснял, что если вы что-то создаете, вы должны быть готовы это защищать. И я создаю инструменты, и один из инструментов – это публичное заявление о предоставлении кому-то возможности вас защищать и восстанавливать права. И ты говоришь, я никого не нанимаю вообще. Вы можете сказать, там вот, короче, лежит счет, короче, если восстановится моя справедливость, типа, кто первый до этого счета доберется, тот и прав, короче. Ну, пример такой. По сути, ты когда заявляешь, ты говоришь, а я же никого ничего, я просто говорю, что вот моя жизнь стоит, условно говоря, дорого, я считаю, что она бесценна. И если кто-то нарушает мои права, то пусть он просто знает, я размещаю это публично. Просто, может быть, не все об этом еще знают. Волеизъявление, но не оферта. Да, это публичная оферта, но незнание законов, что? Не освобождает от ответственности. И поэтому, если они, понимаешь, когда начали, кто-то задумался сделать тебе плохо, но это не предусмотрел, он должен быть готов потом отвечать, потому что он это не воспринял вообще. И поэтому я те вещи, которые делаю, я делаю их публично и заявляю, чтобы потом больше никто даже не помыслил дурного в мою сторону. И люди, которые пишут какие-то комментарии и так далее, я говорю, блин, ну почитайте хотя бы у меня заявление, почитайте его заявление, что здесь написано. Я ответственность с себя снял, я всех предупредил, потому что у меня под каждым видео, под каждым постом там везде написано. При взаимодействии со мной, написание мне вопроса, изучите договор публичной оферты взаимодействия со мной. Ссылка дана, смотрите, кто виноват, что если кто-то это не изучил. Я потом отвечать за это не собираюсь и не буду. Я говорю, что вот моя стоимость времени, я хочу, отвечаю, хочу, не отвечаю, это мой выбор. Донес. И я это размещаю везде, чтобы даже если кто-то новый не досмотрел, может быть, ему попадется. Но если ему не попадется, он просто думает, что, смотри, без разрешения, без спроса, там, условно говоря, как некоторые, сейчас я буду задавать вопрос, сейчас я буду спрашивать, получу ответ, мне уделят время. Подожди, ты когда хочешь с кем-то познакомиться вообще, или там, ты прям сразу снахлёст, или там сразу берешь, там, сейчас все, короче, жена у меня будет, пошел, понес. Там, ты же не будешь так делать, потому что можно отгрести, а еще в этот мир феминизма, там, всего навязанного, там, просто там за тебя засудят просто за это. И поэтому существовал дипломатический этикет, и сейчас существует этикет общения. Этикет общения, уважения. Кто-то говорит, это все старое, это не надо, это все там типа для них сверху, или они сверху это не соблюдают. Все они соблюдают. Они принципы этикета соблюдают. А то, что если где-то как-то некорректно написано, это уже может быть некорректный перевод, либо где-то сами неправильно там восприняли, сделали. А вот этот этикет коммуникации, взаимоотношений, он очень четкий. Это как раньше на дуэли вызывали, объявляли войну и все остальное. Поэтому
Я думаю, что с этим вопросом не стоит что дальше там рассуждать. Я вот говорю про недвижимость. Я вам рассказал еще до этого про договора, как заключать, как выводить. Это уже вопрос, как вы будете воспринимать это, с кем вы взаимодействуете. Это все индивидуально. Если вы покажете договор с иностранным гражданином, это будет международный договор. Чтобы вы понимали. И вы имеете право заверить в одной стороне, в другой, а еще и нотариально у нотариуса. Есть международное заверение, в консульстве вы можете заверять документ. Вы можете идти в консульство, если вам нужно какой-то документ заверить. Допустим, вы находитесь в другом государстве, вы идете в свое консульство, типа по паспорту, и говорите, мне нужно заверить такие документы для другого государства. И там не важно, вы в другой стране находитесь, они обязаны для вас какие-то документы заверить. А вы говорите, зачем? Ну, потому что надо, вот, а что бывает, надо. А там те, кто в консульстве уже работают, там гораздо поумнее, чем просто даже нотариусы. Потому что они работают уже в международной системе. И вы можете консульство использовать для заверения документов. Вы можете обращаться в иностранное консульство для заверения документов, для взаимодействия с какой-то общиной, с союзом. Вот условно говоря, существует здесь община какая-нибудь, допустим, там суверенная община, неформальная. И вы говорите, идете в свое консульство и говорите, мне нужно заверить в этой стране, допустим, для взаимодействия такой-то документ, для взаимодействия вот с этой общиной. Она неформальная, но они там типа собираются что-то делать, и мне нужно как бы заверение прям серьезное такое. Точно так же можно и к нотариусу обращаться. Помните, обоснование. Если вы хотите что-то рассказать, это должно быть обосновано, звучать корректно, четко и не вызывать какую-то там сумасшествие в голове человека, который выполняет иногда функцию печать, подпись. То есть не должно вызывать этих проблем. Понимаете? Это касательно всего недвижимости и так далее. Ну, не услышал этот ответ, этот сайт, по-моему. А это их юрисдикция, это у них спрашивать. Я не знаю, у них спрашивать. Это их. Это не я создавал. Нет, я слышал, я изучаю. Нет, смотри, я слышал, я изучаю. Да, но я не знаю, как она работает. Я с ними вживую не сталкивался, не общался. Поэтому я дал вам... Несколько людей взяли документы из этого сайта, он работает, но не в Англии, а в Швейцарии, оказывается, находится. Вы, если хотите что-то узнать, вы спрашиваете у них. То есть, понимаете, если вы какой-то инструмент изучаете, идите к ним. Я же не иду сам, ничего не придумываю касательно, как я понял, законы. Я иду, например, звоню в консульство, еще куда-то и спрашиваю. Это вот так вот, это так, это у вас делается так, а это вот так вот. Я иногда их вопросами так задалбываю, что я еще переспрашиваю, правильно ли я понял, что если я сделаю так, будет так. А у них же все пишется. И все. Вот. 16 вопрос. Как подтверждается наследование, когда лицо в системе оставляет наследство человеку, который покинул систему? Все очень легко. Договором о наследовании. Все. Ну, то есть у вас будет завещание. Завещанием все подтверждается. Все это вписано в завещание. Это, по сути, является договором, который это все подтверждает. Все, что напишете в завещании, куда, кому, что, когда, как вы передаете и так далее, это все ваша воля. Вы можете написать, что это вступает в силу при жизни и посмертно, после смерти. И действует там веки вечные, как напишете. То есть можете почитать, если вы поищете завещание там, королей каких-нибудь, там, важных особ, еще кого-нибудь. Вон тут недавно запретили это посмертно, кто там умер, там какой-то из этих из королевской особы английской, там, на 90 лет засекретили завещание. Чего он там назавещал? Поэтому если делаете завещание, не дурите как тот, делайте его публично. То есть сразу как завещали, сразу публично. Лично везде размещайте, чтобы было неоспоримо, чтобы никто не мог сказать, сжечь, стереть и так далее. Вы говорите, вот я сделал, вот штампик, вот сходил, все фиксируйте, записывайте там, вот я подписываю свое завещание, вот нотариус там, можно по своему камню, вы мне печать поставите, чтобы я видел, что вы поставили там. Там требуете у них подтверждения, там, я же говорю, идите, когда идете к нотариусу, требуйте, чтобы нотариус предоставил, что это именно он. Спрашивайте, как он может это подтвердить, что это он, что он ставит, что в этом кабинете, храните чек, говорите, предоставьте мне чек там, еще что-нибудь. Потом
идите там, знаете, заверяйте это завещание по стилям вообще, что вы понимаете, уже прям заверить так заверить. Самый лучший инструмент – это даже не волеизъявление, это завещание, сразу вам говорю. Потому что это воля, которая закреплена во всех документах. Она проходит через коммерцию, через право, через географию, через что хочешь, через родословное, восстановление родов и так далее. То есть завещательное право – это узкая отрасль сфер права, которая относится, там, скажем так, к гражданскому праву, и она вот регулирует все взаимоотношения, которые прям так и написано. Последняя воля, воля изъявившего, там, изъявляющий волю, там, прям так и пишут вообще. Если вы просто начнете изучать завещательное право, вы поймете какой-то сильный инструмент. И вот это, вот, наверное, завершающий такой вопрос из вот этих вот всех вопросов, которые были, чтобы вы поняли, вот вы сейчас прошли от вопроса к вопросу, вопроса к вопросу, и вот как завершение я вам показываю, что прям в существующей системе есть прям вот такой неоспоримый механизм, который оспорить они не могут никак, потому что вы можете завещать кому угодно, что угодно, когда угодно, если другая сторона с этим согласна и не оспаривает, и принимает это все, то это им достается. То есть, если вы считаете себя свободным и завещаете свободу своим предкам, как я вам сказал, что когда завоевывали веками и все остальное, я себя сейчас идентифицирую так, и касательно вот этой конвенции, что они там разрешили там всем меньшинствам, всем остальным самоопределяться с точки зрения просто самоидентификации, я себя так чувствую. Отлично, я себя так чувствую мужчиной суверенным. Все. Нужно просто взять, подкопать это все, и когда вы знаете формулировки, вы не будете говорить, что я не помню законы и так далее, вы говорите, так это же ваши законы, вы что не помните? Ну это конвенция у вас, вы же написали ее там, вы же везде показываете, каждый трансгендер там и все остальные, они видите, вот так же волеизъявляются. Так я такой же, смотрите. Только у меня цвет фиолетовый в этом цвете радуги. Суверенный. Еще есть одна очень интересная конвенция, которая здесь у нас в Литве, не знаю, как в Беларуси, практически не говорит. Это конвенция про меньшинство, как это, ну, чагины, как курьеры. Здешние, как коренные. Коренные народ. Почему? Вот мы, как жамайцы, да, жамайцы, ну, понимаешь? А надо смотреть, да? Ссылаться на это. А у вас есть запись в системе, вы проверяли список малочисленных коренных народов Литвы? То есть, во-первых, есть в системе список у каждого государства страны. Если вы... Если в каждой системе есть этот список, если относитесь вы к этой группе, вы можете заявлять уже об этом, потому что это в системе есть. И вам для заявления, в принципе, ничего не нужно знать, вам достаточно знать и говорить, вот я литовский язык знаю, это же жамайтийский язык, там транскрибировано, там улучшено, с веками видоизменены. И вот я, короче, вот жамайтиец, например. Я просто не знаю, там надо смотреть документы, как там это все закреплено. И вы уже ссылаетесь, вы просто говорите, что вот я такой, все, вот ваши документы и так далее. А жамайтийцы жили так, сообразно нашим взглядам, религии и убеждениям. Мы сохраняем свою культуру, действуем так, поэтому предоставьте нам все условия безопасности и защиты, то есть создайте для нас отдельные магазины, отдельные дороги, отдельное все для сохранения нашей культуры, самобытных традиций, культуры и всего остального. Про книгу. Давайте я сейчас завершу, потому что время заканчивается, пару минут осталось. Там список, вы записались, внеси там свои данные в этот список, чтобы вот этот список будет у Даниса, и вы сможете потом, я отправлю ему все эти книги, вы сможете с ним связаться, он по почте там через Обни или еще что-нибудь вам перешлет это все. То есть он с вами свяжется, вы уже потом ему напишите там адрес, еще что-нибудь, вам будет легче здесь сообразоваться все это. Если кто-то не заказал, есть два варианта. Я сюда пришлю, во-первых, больше книг, я всегда куда-то присылаю больше книг. Вы сможете заказать эти книги, тоже там позвонить, спросить, есть там книги свободные или нету. И третий вариант есть, можно мне вообще написать, лично мне, либо через форму на сайте suveren.online, через магазин там заказать. Написать лично, написать адрес, написать индекс, написать имя, фамилию, кто получатель, отправить там деньги по тем реквизитам, либо написать, какие реквизиты вам подходят, либо там, если есть сообщество, мы можем тут сообразовываться, и все, и через сообщество платить, потом там переведут, я лично вам отправлю, то есть вариантов много. И не забудьте потом просто, когда получите книгу, там написать, добавиться в чат,
точнее, написать в Telegram свой никнейм, чтобы вас можно было добавить в этот чат, чтобы вы могли там, если у вас есть вопросы, задавать эти вопросы. Потому что я думаю, что там будет скоро. Там и так уже литовцы есть, латыши есть, с опытом и эстонцы. То есть прибалты есть. И я думаю, будет больше, как только книги будут приходить. И уже все вместе будете общаться, задавать друг другу вопросы и понимать, что с этим можно делать дальше. И самое главное, задавайте вопросы. Я про это все рассказал. Еще одна женщина успела задать вопрос коротко, если можно, да. Минуту на ответ. Угу. Так, у меня вопрос. Как, будучи суверенным, открыть в банке счет? Договор. Есть банки, которые открывают. Только этот договор более сложный. То есть ты приходишь в банк, например, швейцарские частные банки, они просто записывают, сами проводят свою идентификацию, выпускают тебе какой-нибудь внутренний документ, подтверждение, что ты это, ты при свидетелях, заверяют нотариус и делают. Вопрос в том, что это обслуживание этих договоров гораздо дороже стоит. Во-вторых, сейчас создание этих счетов в банках нецелесообразно, потому что все переходит в какой-то степени крипту, и взаимодействие нужно переводить на, скажем так, на товарно-денежные отношения друг с другом и на какую-то свою денежную там либо криптовалютную единицу, которая будет это гарантировать. И тогда вам, в принципе, не нужен будет этот банк, потому что открыть сложно. Вот, хотя у нас есть кто открывает. Но они там договариваются, они создают, кто-то переводит свой счет там на паспорт суверена, то есть он открыл по физическому лицу, потом перевел и сказал, что я так этим не пользуюсь, этим будем по этому документу пользоваться и так далее. Но если говорить по волеизъявлению или просто по личному документу, многие банки просто априори не взаимодействуют так. И многие банки уже закрываются, эта система схлопывается, она уже старая. Поэтому все желание открыть счета в банке, там, положить на будущее, на проценты, это очень опасно. То есть мы как старые механизмы, типа суверенный банк, мы это используем и говорим, у нас это будет, ну чисто так, останется какое-то количество банков в мире, это останется. Мы только не знаем сколько, никто не знает сколько их будет, и никто не знает еще, как они будут взаимодействовать. Может быть, они сами потом из-за того, что мало их останется, скажут, что может будем друг с другом взаимодействовать. Но пока старая и новая система, они друг с другом борются, и вопрос паритета сил. И однозначно сейчас сказать, что вот каждый человек может легко прийти в банк и открыть самостоятельно счет, ну... Прям что без проблем, чтобы не было вопросов, я не могу так сказать. Но сказать, что это невозможно, я тоже не могу, потому что это возможно. Я знаю системы, где это открывается. Северный Кипр, там, Канарские острова, Сейшелы, там, швейцарские банки. Там, частично там через какие-то организации, вот, например, через кооперативы. Можно, вы как человек можете заключить соглашение с каким-то кооперативом, который организует какое-то количество карт банковских, откроет сами счета, через которые это проходит взаимообмен внутри кооператива. И у вас будет счет. И вы через этот счет у вас будет карточка, по которой вы можете оплачивать. То есть это просто косвенные методы, но они уже есть. В России есть целые кооперативы, которые так работают. И все, вот тебе форма взаимодействия. Ну что, поблагодарим нашего гостя. На чьи-то вопросы не успели ответить, но тоже приносим извинения за неправильное время, так сказать. В общем, если что, письменно видя, мы можем как-то... Да, вы можете подготовить свои вопросы, но в целом я... Вот даже те вопросы, которые вы задавали, они уже звучали на других конференциях. И я вам советую просто шаг за шагом, иногда по чуть-чуть смотреть, просто по чуть-чуть изучайте. В моих видео очень много всего есть, а вот в этих конференциях, которые были по Литве, там вообще вот эти все вопросы тоже пересекаются, повторяются. Пересматривайте иногда записи, сохраняйте. Я сам как минимум пересматриваю один раз, когда делаю покадровку, расписываю, что где по времени находится. Я сам иногда слушаю, смотрю, о, а здесь, может быть, было бы что-то интересное. Я один раз переслушивал, прошло 3 года с одной записи. И я слушаю, говорю, мы сделаем такие-то документы, мы сделаем так-то, так-то, такое-то заявление. Смотрю, что не сделали. Я сажусь и делаю. Потому что вот не дошло время, но вот дошло, сделал, нашел. И я нахожу для тебя те вещи, которые говорят, так почему я заявлял 3 года назад, что такой инструмент рабочий, а я его не сделал. Хотя знаю, что сейчас смотрю, он уже работает, но людям еще не донес более-менее. Вот, все, благодарю вас за внимание.